Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Dark Souls 3 на PlayStation 4. Итак, в прошлой серии мы с вами убили Хранителей Бездны и познали боль в новой локации, которая называется Катакомбы Картуса. Сегодня мы продолжаем с вами движение по этой локации. Я надеюсь, мы сегодня продвинемся с вами дальше. Я не качался, у меня также 45 уровень, опустошение максимальное, похоже, 99. Я не знаю, как это на меня повлияет, кроме как на внешний вид, вот, но пока меня, честно признаться, это не особо напрягает. Я сейчас увидел, что здесь есть, оказывается, сокращение к тому месту, куда мы с вами в прошлой серии ходили. Давайте сейчас попробуем здесь пойти. Я надеюсь, что я прям так не разобьюсь, что меня здесь сразу не наваляют. Ого, похоже, меня заметили. Да? Да, заметили. Лежать. Так, а могу ли я здесь потом перепрыгнуть? Вообще, как бы я должен, да, перепрыгнуть здесь? Здесь никаких у нас призрачных стен нет? Давайте проверим. Нет, к сожалению, нету. Так, а если я здесь прыгну, то, в принципе, можно спрыгнуть прямо здесь. Давайте, наверное, так и сделаем. Оп. Спокойно. Скелеты, вы ни о чем. Хотя издали стреляете вы довольно больно. Там вот какой-то ништяк, я его в прошлой серии так и не подобрал. Здесь сейчас какое-то колесо костяное крутится, и оно на самом деле очень сильно напрягает. Если я сейчас здесь прыгну. Да, оно пошло. Да? Вон оно. Отходи, отходи, отходи. Обобрать. Фашильон мне дали. Что, в принципе, неплохо. Блин, попробовать взять тот ништяк, не знаю. Давайте сейчас на всякий случай лечение запустим. Блин, я, честно, даже не знаю, сколько, где времени больше пройдет. Нет, здесь реально очень мало, лучше туда. Во. Давай, пошел, 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 пошел. Уголь, неплохо, назад. Назад, 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 назад. Во. Вот там мне дальше надавали люлей. Там у нас пошли опять эти дикие типы, с которыми я не очень хочу связываться. Здесь какой-то... Да что ты делаешь? Убери его, меч включи. Я не знаю, что это за тип. Очень странный тип, который от меня почему-то убегает. Он и в прошлой серии от меня убегал. Я поэтому решил сразу сейчас его убить, чтобы просто мне не надоедал. Подожди. Я его убил, и это колесо прекратилось кататься? Да ладно. То есть он отвечал за это колесо, что ли? Ну, ладно. У нас здесь что-то появилось. Горящий осколок кости. Мать моя. Так, а здесь, вон, смотрите, там костер. Значит, можно какое-то сокращение найти. Сейчас мы будем все это дело обходить и искать сокращение. Хорошо. Так, ну, по крайней мере, это уже неплохо. Уже пошли дела кое-как. Пойдем потихоньку, не торопясь. Здесь сейчас скелеты начнут вываливаться. Скелеты здесь уже пошли посерьезней. Тихо. Они вызывают магию. И это напрягает. Магия бьет. Ты смотри. Репостят. Репостят. Хорош, хорош. Вы что такие поехавшие? Нет, хотел... Хорош, 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 народ. Во. Флягу тратить не хочу, честно. Фляги трачу. Ой, ты еще живой? Или у тебя просто две жизни? Ты куда ушел? А, вот ты здесь. Ну, что ты делаешь? Я сегодня никак не соберусь. Во. Все, ты помер? Скажи, что помер. Да, дали души, значит помер. Так, давайте выпьем манну. Мало ли еще как придется лечиться. Я надеюсь, сегодня помирать будем по минимуму. Вот этот тип кидается магией, и это напрягает.
Неплохо. Еще встанешь, нет? Не, больше не встанет. Ну, по крайней мере, какое-то время, я надеюсь. Что за звуки опять? Там он ходит, те опасные типы. Опять дали душу. Здесь где-то ловушка, кстати, будет. Ее надо обходить. Во! Делаем бэкстап, и тогда мы неуязвимы к магии. Вон там лежат мои души. Здесь мне надавали в прошлый раз. Но я больше не вижу смысла здесь что-либо бить. Хотя, может быть, здесь какие-то, конечно, есть. Тихо, 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 тихо. Может быть, и есть какие-нибудь тайные комнаты. Хотя мне на них, честно, как-то не везет. Либо их просто не так много, либо реально просто не везет. Так, ладно, пойдем. Пойдем подберем свои души. И начнем потихоньку. Так, где-то здесь... Вот она, кнопка с ловушкой. Впереди ловушка. Ну, спасибо. Так, подбираем души. 4000 мы подобрали. У нас сейчас 7000, в принципе, это немного. Лови. Оу, оу, ты уже меня увидел, да? Какой же ты шустрый. А если я наступлю на ловушку? Хе-хе. Не понравилось ему. В принципе, неплохой способ его убить по-быстрому. Где души? Зараза! У тебя теперь несколько жизней, что ли? Ты обалдел? Тихо. Воу, воу, выносливости не хватает. Тихо. Так, скажи, что ты помер. Да, вот теперь ты помер. Осколок титанита. Нафиг мне уже не нужный, но тем не менее. Так, здесь у нас стал тип. Вот он. Тихо, кувырк, 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 кувырк. Блин, ты магия в кувшинах тоже напрягает. Слышите звуки, да? Вон, встал. Я думаю, где он есть? Хорош. Собрался тут. Ну-ка, разберись. Так. А, вон куда идти. Я думал, блин, здесь же я же не перепрыгну, да? Не, не перепрыгну. Это надо как-то обход искать. А вниз, если я сигану, то это я куда упаду? Там крысы. Там какая-то, кстати, неизвестная локация. Я там не был. Я не знаю, куда она мне приведет. Ой, боже мой, придется здесь идти. Здесь идти против проблемных парней. Но ничего не поделаешь, да? Большая душа путешественника. Сзади никого нет. Ну иди сюда. Хорош. Ух, не достал я. Блин, такие шустрые иной раз. Ну, конечно же, вот он разбил кувшин, а души полетят в меня. Мол, я же живой, верно? Иди отсюда. Сейчас вот так сделаем. Хорош, хорош! Это была ошибка, я не думал, что так близко, быстро сумеет добраться. Так, надо подлечиться, не дело. Так, возьми меч. Конечно же, в меня полетели. Хотел, чтобы в него ведь полетело. Блин, вот как вы... Вас не просечешь. Вот сейчас он меня убьет. Это будет не круто. Стрела торчит из затылка. Хорош, 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 остановись уже. На тебе. Ура. Одна жизнь у тебя? Реально, это ребята очень-очень проблемные. С ними реально будут проблемы. Я уже начинаю по две фляги на каждого тратить. Просто мне с медленным оружием никак против них
быстро не расправиться. О, ловушка! О, неплохо. Ну, конечно, надо было отпустить, да? Ну, как ты дотянулся? А-а-а! Я нечаянно упал! Я упал нечаянно! Мать моя, мать моя, мать моя! Ко мне спрыгнул, черт. Крыса здоровая! Да ну вас! Да на! В баню вас! Тихо. Идут за мной. Тупик. А, как ты больно бьешь. Кувырк, кувырк, кувырк. Пей, 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 пей. Угораздило меня свалиться. А-а-а. Уйди от меня. Ой, боже мой, а. Ладно, ладно. Внеплановый спуск вниз. Уголь. Ладно, давайте. Все новая локация. Давайте теперь здесь осматриваться. Что еще делать? У меня только осталась всего одна фляга, и это реально не круто. И это не круто. Так. Уа! Это было неожиданно. Слизни, это неожиданно. Маскируется, зараза, еще, а? Я лучше забью тебя, на всякий случай. Мне повезло, что тип сверху за мной не прыгнул. Вот если бы он прыгнул за мной сверху, вот это была бы более большая проблема, чем эти крысы. О, нет, там скелеты колеса. Как я вас не люблю. Вы еще, я помню вас со времен старых частей. Вы реально головняк какой-то выдавали. А, там какой-то подъем наверх. Ну, пошли пока дальше. Там опять какой-то проблемный рыцарь. Пусть заметил меня. О, нет, только не говорите, что это вот эти вот черти вообще, которые поехавшие. Нафиг. Не хочу. Он же не пойдет за мной? Там. Из огня да в полумя. Вы посмотрите, что здесь происходит. Куда я пришел? Обалдеть. Ну вот и как тут сражаться? С этими чертями очень сложно. Конечно. Конечно, я промахнулся. А иди ты нафиг, я сюда приду. А где тот, который за мной там пошел? А, вы, короче... Что-то дали души. Кто-то где-то разбился. Ладно, все, ни одной фляги нету. Значит, идем до ближайшей смерти. Чувствую, смерть будет скорой. Потому что я не понял, как сражаться нормально вот с этими тварями. На тебе. Блин, это не дело. Это реально не дело. На тебе. Блин, мы пока что... Я проигрываю пока что. Давай, 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 давай. Будем кружить его. Будем кружить. Сейчас выносливость остановится. Тихо. Ну, конечно. Хотел его сквозь текстуру ударить. Ай, ну как же. Но я же говорил, идем до ближайшей смерти. Окей. Секунду, извиняюсь. Как обычно, я всем нужен. Так, у нас есть осколок горячей кости. Можно сразу, в принципе, его активировать. И таким образом лечилки у нас будут куда лучше. Но не знаю, смогу ли я сейчас сделать это на быстром костре, или придется в храм обратно телепортироваться. Не знаю. Реально тяжелая локация. Для меня локация очень тяжелая, потому что я медленный персонаж. Нет, здесь я не могу этого сделать, это надо в храм возвращаться, черт с ним, пошли.
Души мне, в принципе, не сказать, что прям жалко. 9,5 тысяч душ, не такая уж и великая сумма по теперешнему уровню. То есть, смотрите, сколько там кровавых следов, сколько там людей полегло, да? Лежать. Идем сюда. Нормально. Блин, ну как неудобно, что вы рассыпаетесь, блин. Приходится делать второй заход, чтобы вас убить. Задави вас. Нет, не задавила, да? Ну давай. Нормально. Так, надо сейчас забить вон того, который там бегает. Веселое реальное колесо какое-то. Колесо тысячи трупов. Лежать. Вот теперь оно разбилось намертво. Интересно, а можно как сделать, чтобы оно вообще... Это представляете, если здесь открыть вот эти ворота, а здесь не откроешь их. Это, хотел сказать, оно же насквозь будет кататься. Ладно, пошли. Ну давай, вот еще помри сейчас тут. Какие же вы, блин, быстрые, зараза. Иди отсюда. Хорошо. Так, стоп, чё мне душу не дали? Зараза, блин. Давай уже, хорош тебе вставать. Лежи, блин, давай. Зараза. Самое печальное, что я не нашел ни черта. Блин, забыл, что здесь это четверная магия. Не нашел ни черта подхода вот к этим вот бешеным типам, которые ходят на той стороне и внизу. Реально не нашел подхода к ним. Вот ты еще жив. У тебя две жизни. Ну, блин. Ну что ты? Что тебе вот не имется? Там с той стороны он помер? Да, он помер. Так, все, души мне за них дали. Это хорошо. Так, здесь никого. Идем туда дальше. Там будет сейчас поехавший тип. Но не настолько поехавший, который там. Так что вниз я пока не хочу. Несмотря на то, что у меня там лежат души, меня это не настолько беспокоит. Ну давай, иди сюда. Ну иди сюда, иди, хорош, я туда не пойду, там тип злой. Ну да. А-а-а, как же я не люблю эту ловушку. Я все время про нее забываю. Хорош, хорош, ей-богу, а. Ты что, еще жив? Так, душу дадут? Не дадут, у него две жизни. Окей, сейчас он встанет. На тебе. На тебе. Слушай, может так, таким вот пытаться манером их бить, неся оружие в двух руках? Тут еще жив? Да, он еще жив. Хорош. Ну, блин! Из огня да в полымя.
Окей. Ладно, вторая попытка пройти здесь. Реально вторая попытка сейчас будет. Давайте сразу вот так сейчас активируем. Лечение. Но с этими типами сложнее. Так, тут сейчас надо что? Правильно. Не рухнуть туда. Не пробил. Блин, как не хватает такие моменты копья? Да откройся ты уже, слушай, а. Я вас буду кружить. И буду выжидать. Оу, 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 хорош. Ну давай, иди сюда. Ну иди сюда, сюда. Блин, какая же у вас длинная сабля, а? На, неплохо. Встаем. Лежать. Нормально. Осколки титанита, из них прям с каждого падают. Короче, надо его опрокидывать, а потом прям с двуручниками просто пробивать. Это, в принципе, как вариант тактики вполне себе неплохой. Блин. Хотел ловушкой огреть. Ну, иди сюда. Так, ладно. На! Ах ты, смотри, какая зараза. Ага. Еще удар, давай! Нормально. Выносливость у вас тоже не бесконечная. Это хорошо. О, боже мой. Ладно, пошли дальше. Так, здесь куда-то можно упасть. Там можно что-то подобрать. Уголь. Ладно. Что это было? Что за звуки? Это снизу, что ли? Что за страшные звуки? Нереально страшно. Ладно, давайте здесь. Здесь можно найти какое-то сокращение, я уверен. Тихо. А-а-а. Понятно. Осторожно влево. Давайте посмотрим, как далеко оно укатывается. Опять где-нибудь здесь есть этот. В каске. Окей. Что написано? Впереди нечто потрясающее. Вы имеете в виду костер же, да? Да, костер. Ура! Ура, мы нашли какое-никакое, но все-таки сокращение. А главное, что еще один костерчик нашли. Фу. Это хорошо. Это очень-очень-очень хорошо. Здесь я никакого сокращения открыть не могу. Вот. Но, по крайней мере, теперь можно куда-то двигаться. Дальше. Давайте смотреть дальше, что у нас тут. Что там? О! Крысы! И уработала меня! Мои души! Где-то большая крыса еще, кстати сказать. Повезло мне. Душа, там этот тип. Так, давайте сейчас здесь секунду постоим. Вон большая крыса, она меня пока не видит. И я надеюсь, не увидит. У меня 12 тысяч душ, хватит ли мне этого на уровень? Да, мне, кстати, ровно этого хватает на уровень. И поскольку у нас рядом костерчик, я предлагаю сейчас смотаться, поднять один уровень. Это реально неплохо, по крайней мере, просто сэкономит меня. Побежали. Ой, не здесь поворот. Вот он.
Так, отлично. Нам, в принципе, все равно, как бы нужно было отправляться в храм, потому что я как раз хотел именно заюзать осколок там горячей кости, чтобы усилить действие Эстуса. На самом деле это большую роль играет, когда жизней мало и можно вылечиться сразу одним Эстусом, не прибегая ко второму. Так, где мадам? Вон она. Да, и тебе тоже не болеть. Так, я предлагаю поднять еще одну силу, у меня наконец-то будет 24. Это количество, в принципе, я давно уже ждал. Нормально. Да, прощай, и тебе тоже. Давайте посмотрим, что у меня по оружию. В принципе, двуручный меч волчьего рыцаря я могу уже таскать, только... Что? Мне нужно больше ловкости. Я могу одеть кольцо ловкости, вот. И мы с этим делом быстро разберемся. Где-то оно у меня здесь. Вот оно. Вот, и я теперь могу надеть как вот этот меч волчьего рыцаря, так и тесак, который мне очень нравится. Нож мясника. Он реально довольно мощный. Давайте посмотрим, сколько у него будет базовый урон. Сейчас у меня 148 урон идет, но он уникален тем, что его можно хорошо затачивать. Это раз, увеличивая временный урон. Вот. А во-вторых, прямые атаки восстанавливают здоровье. Это тоже очень-очень важно. Зависимость от силы А. Значит, еще будет очень хороший урон влетать. Потом есть еще у меня какое-то оружие, которое я хотел взять, но не мог. Я могу взять большое мачете. Тоже, в принципе, вещь довольно-таки неплохая, довольно-таки хороший такой массивный топорик. Мачете такой. Я так понял, это вообще довольно попсовое оружие. Очень много людей с ним бегают. Вот. Но я как-то к нему сейчас... Не сказать, что очень сильно хочу. Давайте попробуем, как у нас удары наносятся вот с этого меча волчьего рыцаря. Базовый урон у него какой? 208. Это, в принципе, неплохо. Реально неплохо. Он похож на по ударам на меч Цвайхандер, только чуть покороче, но побыстрее. Но вполне неплохо, реально вполне неплохо. У него же самая клевая фишка, если его держать в двух руках. Так, посмотрим, сейчас сильно удар его. Ага, понятно. Так, давайте вот так сделаем. Во, наверное дико бьет. Наверное, реально бьет очень дико. 139 физически. Урон у Свайхандера 188. Давайте посмотрим, могу ли я его прокачать. Это тоже очень важно. Свайхандер все-таки у меня плюс 3, поэтому понятное дело, что он помощнее будет. Так, и я теперь не могу кувыркаться. Потому что он что, еще тяжелее, чем Свайхандер? Реально, смотрите, он на 1,5 килограмма тяжелее. Офнарить. Ну ладно, эту проблему мы решим как-нибудь. Так. Могу ли я укрепить флягу? Нет, осколка у меня нету. Укрепить оружие. Давайте посмотрим. Титановая чешуя требуется. Нехило так. Но, тем не менее, урон сразу у него увеличивается очень-очень нормально. Потратить одну? Сделать? Или пока не трогать? Ну, реально, пока неплохо. Пока реально. Давайте подумаем, как можно сейчас увеличить свой вес. Я предлагаю, можно, конечно, щит заменить обратно на какой-нибудь из этих. Я, конечно, очень сильно начну проигрывать в плане физической защиты, но тем не менее. Можно надеть какие-нибудь перчаточки еще попроще вообще. Сколько у меня есть? 1,3. Вот 0,3. Перчатки аса. Во, я снова могу кувыркаться. Замечательно. Ладно, пока не будем делать ему апгрейды, этому оружию. Давайте так попробуем. Пока просто попробуем, а там посмотрим. Вот. Или все равно я ничего лучшего не находил. Давайте все-таки сделаем. Все, меня просто распирает. Я хочу попробовать. Там 1200 что требуется, да? Большая душа неизвестного. По крайней мере, хотя бы плюс один его сделать. Там сразу урон на 30 возрастает. То есть, и как минимум, уже урон будет не меньше, чем у Свайхандера.
Да. А потом в зависимости от ловкости, кстати, тоже становится С. То есть и от того, и от того. Интересно, конечно. 162 плюс. Все, кувыркаться мы можем. Остальное, в принципе, большого значения не имеет. Все, поехали, флягу с эстасом, плюс 4. И можно отправляться. Если оружие сейчас себя не очень хорошо покажет, хотя нужно... Я вернусь обратно на свой хандер. Либо вообще возьму свое копье, которое мне, к сожалению, покажет вам плюс 1. Я его прокачаю. Вот, и будет там нормально. Огненное копье, с которым я в самом начале бегал, оно меня очень часто выручало. Так, сейчас эта погремушка здесь будет. За ней будем бежать, нет? Там будут крысы. Ну, я думаю, мы с ними как-нибудь справимся, да? Здорово, крысы. Тихо. Да хорош. Ой, он такой быстрый. Ну, по сравнению с Свайхандером. Реально непривычно. Так, ладно, давайте попробуем справиться вот с этим типом. Я уверен, он наверняка охраняет что-то очень клевое. Ну как же я их не люблю. Пробовать бэкстабить. Ну иди сюда. Вы посмотрите, сколько он наносит урона. Наносит урон постоянно. Ты меня сегодня отстанешь, нет? Во. Ну, конечно, крыса сзади пришла. Мне же тебя не хватало. Попробуем сделать. На! Неплохо! На, неплохо! Ну, смотри, смогли зарубить. Конечно, это было на удачу, и мне повезло, что я попал в него сильным ударом, но, тем не менее, это прикольно. Я там не провалюсь. Так, что здесь? Что у нас вот здесь? Ну, ловушку я вижу. Ловушку я вижу. Вообще, какие-то катакомбы пошли странные. Иди сюда. Стой, стой, стой. Да куда ты исчезла? А-а-а, зараза. Так, ты кто такой? И куда я вообще выхожу? Это мост скрипит. Подвесной мост изношен. Пока. Пилюли желтых жуков. Можно вопрос, зачем я вообще здесь и почему тот тип не разбился, когда упал? Он куда-то приземлился? Внизу, похоже, что-то есть. Но прыгать туда нельзя. Странное место. Я так полагаю, вот этот тип, наверное, мне бы очень сильно мешал. Ой, подожди, а вот же проход, что я делаю? Куда я иду? Вот же у нас. Так. Осторожно, группа врагов. Понятно. Крыс сейчас повываливаются, да? Или скелеты? О, смотрите, фашильон его лежит, да? Сейчас ведь встанет. Может отсюда сразу срулить? Здесь, смотри, вообще никуда... А, нет, можно ему пройти, да, на мост? О, началось. Подъем, подъем, подъем. Че, все, что ли?
Мостик. Коснуться пятна крови. Чувак тут отступал, 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 отступал. Они его били, 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 били. Били, били. И он, похоже... Похоже, они его все-таки забили, да? Мать моя, они все за мной побежали, да? Они все встали, вот в чем проблема была. Куда я вообще пошел? Потом к нему приду. Ой. Попадали, разбились. А! В баню! Пошли в баню от меня! Теперь понятно, в чем тут прикол был. А, может помочь рука. Я не хочу пока туда идти. Хорош. Добежал один, еще пойдут. Еще народ пойдет. Вообще дверь похожа на дверь к боссу. Я как бы не готов сейчас с боссом драться, верно? Ой-о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 й. Вот здесь вот свайхандер мне бы сейчас реально пригодился бы. Тихо. Ну, быстрый меч, смотри, неплохо с ними справился. Нормально, да? Вон там кто-то застрял. Не, реально клевый мечик. Мне очень, мне пока нравится. Мне пока что нравится. Ладно, вроде все, всех забили, да? Давайте ману выпьем. Не, смотри, еще не всех. Да вы что там, бесконечные что ли? Хорош, хорош, хорош. Хорош. Расслабьтесь. Еще один. Да ладно, вы еще бежите. Вы реально в бесконечном количестве здесь бежите. Слушай, да меня только сейчас доперло. Это моя, конечно, может быть, только теория. Но там не просто так, наверное, был обход с этого моста. Может быть, можно как-то с мостом что-то сделать? Вот эти вот. Что написано? Уничтожить. Тогда впереди лестница. Да, можно. Про какую лестницу шла речь? О, можно спуститься теперь здесь. Мне интересно, к тому NPC теперь зайти. Короче, нужно, если что, сюда сразу пробегать и... Ага, к тому NPC я теперь так не вернусь, да? Это надо заново, короче, все это дело отбегать. Ладно, ладно. Ну, пошли еще внизу походим. Я уверен, там босс. Я не хочу пока к нему идти. Пора, просто пока не хочу. Так. Что меня ждет внизу? Куча неизвестных врагов. Еще какие-нибудь плюшки. Наверняка какие-нибудь ништяки лежат. Или мне раздадут там сейчас по первое, по второе. Или здесь будет босс. Вот будет прикольно, если я думал, что там босс, а на всякий случай он будет здесь. Огненный демон, мать моя. Мы такого уже видели. Мы такого демона уже видели. Да хорош, воу-воу-воу, я не знал, что ты так умеешь. Уа, ты что, ко мне пошел? Да иди ты, иди, 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 хорош. Здесь не пройдешь? Ты, да ладно, здесь не можешь пройти и все? То есть ты хочешь сказать, что я могу тебя просто сейчас... Просто расстрелять здесь с лука, и ты ничего мне не сделаешь, да? Давайте попробуем. Почему нет? Просто так я с ним сражаться не хочу. 59 стрел у меня там есть, я думаю, мне хватит, верно? 90 наносится урон. Ну да. Может быть, это не совсем честно, но извините.
Демон сам не хочет ко мне заходить. А ведь мог дыхнуть сюда огнем, и меня бы сдуло. Не хочу я к тебе. Не хочу, не хочу. Кстати, зато получим, скорее всего, еще душу демона. Похоже, он разозлился, да? Реально разозлился. Ну что ты бесишься? Бесись сколько хочешь. О, я думал, меня сейчас уработает, смотри-ка. Но сделать он ничего не может. А ведь достаточно было вот здесь просто проход побольше сделать, чтобы он за мной туда наверх пошел. И я бы там бы не успел бы убежать. Мне бы там кирдос бы настал. Но разработчики не захотели это делать. Может быть, специально оставили такую лазейку, чтобы можно было его убить чуть попроще. О, уработало. Во, другое дело. Ну, хорош. Да, смотри, вот, наконец-то он стал меня бить. Здесь ты меня тоже собьешь? Да нет, здесь, похоже, уже точно не достанет. Ну и все, еще один-два выстрела, и все. Стрелы есть, да? Каких-то 30 стрел с непрокачанного лука. И все путем. Так, где мой меч? Меч. Вот он. Душа демона. За душу демона, кстати, у нас продавали там что-то приличное. Обменивали. Или транспозиционировали. На самом деле это настолько не важно. Осторожно, монстр. Да будет клад, тем более во славе солнца. Оу! Да будет клад, говорите, да? Представляете, как подстава, да? Неплохо, неплохо, неплохо. Вау! Вот это больно. А вот это обидно. Убить такого демона и помереть на мимике, потому что разбился. Окей. Хорошо, я по-быстрому сюда добежал. Я просто пробежал всех, кто там был. Сейчас здесь опять полетит армада скелетов. Поэтому я хочу по-быстрому сейчас поговорить с тем NPC. Реально по-быстрому. Я надеюсь, что они сейчас не пойдут на меня такой толпой. Нет, не встречался. Ну, извини. Ну, нет твоего Горация. Так, стоп. Так, что, мост будем сразу убивать? Да, будем, мне же вниз надо спуститься, точно. Так, сюда вроде бил, да? Нет? Сюда? Да. Так, я надеюсь, того демона там уже не будет. Надо же обыскать, куда там это все ведет, верно? Это какая за сегодня у нас уже? Две смерти, по-моему, да, у меня было за сегодня? По-моему, да. Да, демона здесь уже нету. Это хорошо. Нормально. Он очень больно бьет, поэтому надо быть аккуратным. Как-то не странно, но он... очень бьет больно с ноги. Вот с этой вот, вот удар, вот, который он делает. Прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. Далеко от него не отходим. Нормально. Далеко я отошел. Ну,
Ну, давай уже, помри. Да да балдеть. Напряжный тип. Черный клинок с него упал. Слушай, наверное, хорошая вещь. Давайте посмотрим. Я понимаю, что это на ловкость. Да нет, смотрите, кстати, и на ловкость, и на силу. 18 того, 18 того требуется. Почему нет? Короткая катана, которой пользовался мечник, особый гость Верховного Повелителя Вальнира. Сверкающий черный клинок толще и короче, чем обычной катаной. Тот мечник владел чрезвычайно редкой техникой боя. Его следы можно увидеть в сильной атаке этого оружия. Навык удержания. Давайте посмотрим. Его можно носить. Пока что удары реально повторяют удары из Dark Souls 2. Прикольно. Так, давайте здесь посмотрим. А как у него урон посмотреть? 122, ну, в принципе, неплохо. А, вот у него особый удар. Там не было такого удара особенно. Это, кстати, такой удар был в Dark Souls 1 части. Прикольно. А если сделать сильный удар? Короче, сильный рубящий удар. Ну, понятное дело, может быть и неплохо. У меня так 162, а это 122. А, он еще кровотечение вешает. Ну, тогда понятно. Он еще вешает кровотечение. У меня 10 тысяч душ. Мне сколько нужно на то, чтобы уровень набрать? 12 900. 2000. Так, что такое? Я где-то кого-то слышу. О, вот он. Это ты, типа, чтобы тут мешался, да? Это чтобы мешаться здесь. Если с этим начинаешь драться, с демоном... Вот эти черти тебе здесь еще не помогают. Блин, какой обалденный клинок. Реально, он очень здоровский. Он очень быстрый. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Все, все. Куда это дело у нас ведет? Можно пройти еще ниже. Там еще будут, наверное, скелеты. Где? Я слышу скелета. А, прямо подо мной. Нормально. Да, здесь вообще не прорвешься против того демона, прям напролом. Хорош, хорош, пока ты замахнешься, я тебя уже убью. Воу, 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 это неожиданно вылез. Слушай, вы тут долго будете вылазить? Ой, маны нету, маны нету, маны нету. Тихо, спокойно. Да что ты делаешь? Возьми меч! Вроде нажал меч, а... Возьми. Так. Не, я уверен, они никогда не кончатся. Они не будут здесь бесконечные. А может и будут. Короче, ладно, все, подбираем, что здесь есть, и рулим отсюда вниз. Ну да, они тут просто бесконечные, все, это бесполезно. Пошли вниз. Там что-то лежит. Так, давайте ману выпьем. Ну что ты идешь за мной? Сиди там уже среди своих. О, костер. Обалдеть, я не знал, что здесь еще костер есть. Повязка на глаза старого мудреца. Кольцо ведьмы. Что за повязка? Давайте посмотрим. Так. Где она есть? Потертая маска. А, вот она, вот она. Деяние пиромантов великой топи. А, ну это для пиромантов, понятное дело, все. Давайте посмотрим, что за кольцо. Кольцо ведьмы какое-то нашел. Вот оно. Значительно усиливает пиромантию. Ну это все для пиромантов. Пироманты, запоминайте, где что найти, если вы это не нашли. Так, крутяк, смотри-ка. Дальше что-нибудь новое. Продолжение локации есть или это тупик какой-то?
Тлеющее озеро. Нет, там новая локация пошла. Нет, так не пойдет. Я там хочу в те двери зайти. Я уверен, там босс. Я уверен, там босс. Там говорилось про какую-то руку. Так, а что у меня там по требованию к уровню? Можно еще один уровень поднять, да, вполне. Так, давайте вот это заюзаем. Я, честно вам сказать, я не против сейчас даже повысить до талого вот этот меч, который у меня есть, но мало ли. Кстати, заодно давайте посмотрим, что там за душу демона дают. Вот, 2000 дали. Все, этого точно хватит на то, чтобы сейчас поднять еще один уровень. Погнали. Потом обратно переместимся на катакомбы и пойдем уже на босса. Я не знаю, что там за босс. Наверняка какой-нибудь маг-скелет. Как это было во втором Дарке. Там их было, по-моему, даже два. И целая куча призывной нежити было. Ну да ладно. Так, повысить уровень. Что мне нужно повысить? Жизненную силу надо повышать. Надо стойкость и учетность повышать. Все это дело... А, веру я хотел до 20 повысить. Точно. Вера нужна повышать, то чтобы я хочу одно заклинание использовать. Так, давайте посмотрим, что у нас дают за душу. За душу демона. То и у нас были души заблудшего демона там. Начать транспозицию. Что у нас тут есть? Душа демона. Во, большой топор. Блин, требует 12 интеллекта. А, это топор вот этого демона. Огромный какой-то. Навык демоническое сияние. Перезовите пламя, содержащееся в оружии, и обрушите его на врагов. Вещь, наверное, хорошая, но требует интеллект 12. Я интеллект вообще не качал, так что, скорее всего, мимо. Душа демона. Кулак демона требуется. Душу гниющего демона я так и не заюзал на это копье. Как бы оно мне не нужно было. Кстати сказать, у меня теперь же ловкости побольше. Можно наконец-то душу гниющего дерева заюзать. И взять, попробовать вот этот меч. Он, правда, на ловкость, но может быть прикольный. Талант пока не буду брать. Не знаю, пока не хочу. Так, ну что ж, сколько мне требуется или не требуется? Ладно, пока нормально, пока так пойдем. Все, не буду больше пока ничего делать. Я не буду сейчас прерывать запись, давайте опять пойдем в катакомбы Картуса. Вот, там, в принципе, просто можно прям напролом пробежать. Вот, и мы сразу придем с вами к боссу. Сейчас мы это и сделаем. Что там за босс, я даже не представляю, честно. Ну, судя по тому, что здесь одни скелеты, это по-любому будет какой-нибудь скелет. Какой-нибудь, который придется еще, может, его кучу раз там убивать или еще что-нибудь. Не знаю, сложно представить. Скелетов магов здесь, допустим, видите, как вы видите, нету. Да, скелетов магов? Это я зря сделал сейчас, да? Да, это я зря сделал. И еще и флягу заюзал. Вообще красавец. Еще и заюзал флягу. Ну ладно, ладно, мне в принципе не важно, сколько у меня попыток идет на босса. Подумаешь, фляги одной не хватит, прям в самый распоследний момент. Конечно. Как же я ненавижу этих вот этих вот тварей. Я просто их ненавижу. Там наверху еще что-то было, что-то неизученное. Ой, чуть не наступил на ловушку. Да куда ты провалилась? Так нечестно. А, зараза. Так. О, смотри, она упала, и мне огненный самоцвет дали. Нормально, можно огненным сделать что-нибудь. Что-нибудь. Так. Иди отсюда. Иди отсюда. Вот, хорошо. Так, ладно, побежали. Так, я надеюсь, сейчас не будет опять этой злобной армии. Я на это надеюсь, по крайней мере. Я не знаю, зачем я побежал здесь, а не по мосту. Потому что мне страшно по этому мосту идти. А мост я по-любому сейчас разрушу, потому что если это босс, у меня есть такое предположение, что эти скелеты будут забегать прямо туда, на босса. Если здесь не разбить вот этот вот мост. Но это лишь может быть мое предположение. Так, может помочь рука? Какая рука? Правая, левая? Я так и не понял, о чем речь идет. Так, ну поехали. Посмотрим, кто там. Слушай, а может это и не босс, нифига? Уже души пошли мне давать. Как ты умер?
А, ты с этими скелетами сражался, они тебя накукурузили. Все, я понял. Что-то мне не нравится это место. Скелет. Ха! Сохраняй спокойствие. Да? Коснуться чаши. Мы что-то нашли, какую-то чашу. Сейчас какой-нибудь скелет вывалится с него. Видите, череп. Кого-то мы, блин, пробудили. Еще тьмой все покрывается. Не, я чувствую, я с первого раза точно тут никого не пройду. Может, даже и со второго. А может, и с десятого. Обалдеть. Так, а что темнота? Факел, что ли, нужно было брать с собой? Я его даже не покупал. Так, чё-то мне это не нравится. Или меня перенесли в какую-то локацию. А! Ты кто? Ты кто такой? Верховный повелитель Вольмир. О, слушай, я про тебя слышал уже. О, вот а какая. О какой, наверное, руке-то шла речь, да? Какой-то ништяк охраняет. Заморозку делает, да? Нет, не заморозку. Ох, мать моя, вот это он бьет. Ну давай, посмотрим, что ты можешь еще. О! Слушай, а что так мало ему урона наносит? Короче, щит бесполезен, я понял. Все, беру щит в две руки. Ну давай, 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 давай. Так, не успел уклониться. Прощелкал вспышку. Ага. Окей. Вау, 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 спокойствие. Блин, ну реально ему урон очень маленький наносится. Может быть, ну, может быть, потом будет мощнее наноситься. Ой, опять он ту хрень свою наносит. Ну, у тебя нафиг. Не-не-не-не-не-не-не-не. Уйди от меня. Долго ли можно так... О, вот это что-то новенькое. А, я понял. Это, наверное, что-то прям... Так, а что это у нас тут нежить появилась? Во-во, хорош! Что это? Что? Меч! Он меч достает! Вы что тут призвали? Вон, ну хотя бы он своих бьет. А что, все это конец локации, да? Да, это конец локации. Дожили. Рубанул меня! Он не маг, я ошибался. Почему я не могу их бить? Меня убило. Я такое чувство, что эту нежить даже бить нормально не могу. Ладно. Пока я не догнал всей фишки, возможно, не нужно от него так часто отступать, чтобы он не брал свой меч. Ладно, сейчас будет вторая попытка. Тихо. Я подобрал книгу. Я сейчас знал, что я, в принципе, погибну. Я подобрал книгу. Книга пиромантии хранителя могил. Я так понял, что забрать, наверное, ее можно только здесь. Сейчас будет почти вторая попытка убить его. Почему почти? Да потому что я сейчас зашел к нему и решил подобрать тот ништяк, который находится рядом с ним, пока он не исчез. Потому что я так понял, что подобрать его можно там. Там какая-то книга хранителя пиромантии была. Я так понял, что это, опять же, конечно же, это все для пироманта. Так. Я не могу, к сожалению, зарядить оружие никакой силой, потому что этот меч почему-то... Ну, нельзя его вот зарядить силой, и ничего ты с этим не сделаешь. Я предлагаю сейчас пока временно взять обратно Цвайхандер. С него урон будет немного сейчас повыше. Поскольку я не могу нанести много ударов, я сейчас, ко всему прочему, и смогу чем-нибудь его зарядить. Типа вот как-то так. А, и давайте сейчас заюзаем уголь. Во.
И вот таким вот образом мы сейчас пойдем на него. Поехали. Я пропущу сейчас все эти заставки, которые здесь опять будут. Ну-ка. Ну да, не так легко до него до башки будет дотянуться, я вам честно скажу. Эх ты ж, блин. Ладно, может быть, ошибкой было брать это. Да на тебя. На. Блин. Ладно, две руки взять, я так долго буду его бить. Так. Ну давай. Ну давай, ну что ж ты, куда ты целишься? На. Давай, на. Вот надо, наверное, правой стороны больше держаться. Ой, опять он сейчас какую-то дурь будет кастовать, да? Опять призыв какой-нибудь делать будет. На тебе. Блин, и не успеваешь нормально среагировать. Нужно до замаха прям это все делать. Очень прилично до замаха. Да на тебе. На тебе. На. О, слушай, у него оковы можно бить на руках. Во, вот оно его слабость. Вот она. Все, бьем оковы, тогда жизни нормально летят. Все. Пошли, вон ту оковы надо. Пошли. На. На. Давай еще разочек. Так. Бежим. Не знаю, что это такое было. Да чтоб тебя. Ну иди сюда. Ой-ка, вот это было больно. Это было больно. И вот это тоже больно. Ну вставай, вставай. Давай ты еще вот полежишь. Тихо, подъем. Есть, вторую окову у него разбили. Теперь на той руке. Теперь на той, на той, на той, на той. Все, я думал, здесь узкая дорожка, а здесь, оказывается, можно бегать. Воу-воу! А-а-а, все, близко туда подходить нельзя. Когда он, короче, к нему подходишь, сразу смерть наступает. Все, я понял. Есть разумный предел этого. Третья попытка убить эту заразу. Но мы теперь, по крайней мере, знаем, куда его бить. Кувырк. Давай. На. Промахнулся. Уа, ударило. Блин, я забыл уголь применить, я вам признаюсь. Ну ладно. Тихо. Ва-ва-ва-ва. Вот это-то надо бежать. Пока он там закастовывает эту хрень. Сначала с этой руки будем бить. Ну давай, иди сюда. Ага, помним. А-а-а! Слушай, так больно. Пошли. Что он делает? Опять он какую-то ересь, да, кастует? На! Минус одно. А его, кстати, откинул назад. Тихо, пошел. Так, ладно. Пошли скелеты. Скелеты фигня. Потому что он их сам убьет. Ой, не достал. Блин, ой, балбес. Ну чтоб тебя, ну давай. Во, пошел.
Так, минус вторые оковы. Нормально все. Пока все нормально идет. Пошли дальше. Это я не вовремя, да, сделал? Блин, давай руку сюда уже. Я туда опять не пойду к тебе, в эту тьму твою, таракань. Иди сюда. Руку дай сюда. Нет, так мало. А, ты меч теперь достаешь. Я тебя понял. Куда ты делаешь? Что ты делаешь? Возьми меч. Что ты делаешь? Меч возьми. Ну давай, давай, давай. Блин, надо с другой стороны меча оказываться. Здесь не круто. Лечимся. Лечись, лечись, блин. Потом будешь уже. Опять он. А, больно. Но от этого можно, кстати, уклониться. Так, меч у него пропал. Это временно, то, что он юзает. Нормально. Во, наконец-то. А, блин. Дай ты свою руку. Вот это... Так, все, туда не заходим дальше. Там опасно. Там реально опасно. Ну давай уже. Убейся. Так. Иди сюда. И все? Я думал, еще что-то будет. Ну, в принципе, нормально у нас ушло. Сколько? 3 попытки ушло на это дело. Нормально. С 3-й попытки, в принципе, ничего так. Я остался с Вайхандером на боссе, потому что более большой радиус, размах удара. Я иначе простым мечом бы промахивался бы чаще, а тут можно хотя бы дотянуться. О, неплохо, реально неплохо было. Теперь этот предмет мой. Какая-то чаша. Выпей. Ну вот и ворота открылись. Я так и думал. У нас опять пошло разветвление. То есть можно пойти вниз туда, там какие-то топи или что-то такое было там. Страшное. И вот еще какая-то новая локация, судя по всему. Крутяк. Во, и нам теперь сейчас души, да, дадут? Где души, души с босса? Где? Где они? А, хорошо. Давайте на этом закончим. На самом деле это было круто. Мне босс понравился. Локация жесткая. Надо дозачистить, что мы не дозачистили. И пойдем дальше. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо. Всем пока.